все маленькие набросочки – это преподавательские, а все остальное – это студенческие, причем разного времени. Есть наброски по 5 минут. На выставке можно увидеть карандашные рисунки, фотографику, живопись, а также дипломные работы студентов и творческие проекты преподавателей вуза, выполненные в разных техниках и жанрах. Мы старались в этот раз сделать так, чтобы она была интересна всем, понятна всем, и каждый бы нашел для себя что-то интересное. Особое внимание привлекают социальные направления. Так один из выпускников создал проект для Центра паллиативной помощи. Он сделал комикс с игровыми элементами, написал сценарий и придумал супергероя. Разработан полностью сам, нарисован на графическом планшете. И сделано в современной стилистике, то есть где-то дан цвет, а потом черно-белое, чтобы представили сами, как выглядят персонажи, герои. Здесь будут представлены ночники, иллюстрированные книги, упаковки для товаров и в том числе игрушки, сделанные руками преподавателей. Это старая советская техника, досоветская еще, да, и вот первые игрушечки, которые она в этом году делала. Выставка «Коллеги» – это одна из форм активной творческой деятельности, где можно увидеть разные направления дизайн-профессии. Открытие состоится уже 8 августа. В этот же день проведут мастер-класс, где всех желающих научат делать быстрые портретные наброски. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.